Ну что, доброе утро, я буду начинать. По-моему, сегодня прекрасное утро. Тепло, солнечно. Вот. Всем доброе утро или добрый день, кто будет в записи заниматься. Ну, буквально через минуту начнем. Давайте, сидя, немножечко настроимся на внутреннюю свою погоду, посмотрим внутренним сканером, своим внутренним взором, как мы себя там чувствуем, что мы чувствуем. Процесс осознавания, ну, вот это развитие своего осознания себя, он, ну, с буддийской точки зрения, по Будде, идет, ну, от тела, то есть осознавание тела. Мы осознаем, чувствуем, то есть начинается вот это подключение к сенсорным различным датчикам, канальчикам, каналы восприятия, соматика тела. То есть это то, как мы его чувствуем, что мы чувствуем, наши чувства и позы тела. Да? Вот в течение дня мы занимаем различные позы, меняем их постоянно. Обычно это в каком-то движении что-то происходит, что-то все время какое-то там, ну, понаблюдайте за собой. Много автоматизма такого хаотичного. Вот. Иногда мы замираем с мышкой или с телефоном, или перед экраном каким-то, или где-то еще. Вот, вспомните свой день, где мы прямо замираем и сидим или стоим, пристально там куда-то уперевшись взглядом. Вот если есть необходимость сидеть, конечно же, каждые 45 минут лучше вставать. Вот осознавание тела, мы это чувствуем, что с телом где-то что-то затекает, можно поменять. Вот во время медитации мы это тренируем, быть с собой. Вот, вот то, что есть. Вот. А потом осознавание у нас идет эмоций, какие эмоции появляются, что мы производим в тот или иной момент времени, или как эмоция влияет на то же тело, как тело влияет на эмоцию. Например, там заболела нога, заноза, ну, или там занозу поставили, эмоция, да, пошла. О, черта, да. Или наоборот, из верхней зоны, то есть из памяти пришла какая-то эмоция, и тело так, ну, обиды какой-нибудь, и тело так отреагировало. То есть и туда работает. Вот. Дальше у нас осознавание ума, осознавание того, что мы думаем, о чем мы думаем, как мы думаем, зачем мы думаем. Вот вспомните, о чем начали, ну, первые мысли при пробуждении, например, или прямо сейчас. Какие мысли нас одолевают или сопровождают, насколько они хаотичны, насколько можно уловить, ну, вот одну мысль, понаблюдать. И потом уже различные мыслительные феномены, так называемые, или умственные феномены, или различные конструкции из того, что, вот это, вот, из того, что получается. Мысли, чувства, мысли, эмоции, чувства, тело. Вот это связочка. Вот, ладно, понаблюдали тело. Вот, хочу показать по поводу таких вспомогательных средств. Хочу показать такой мячик. Ну, самый простой я купил. Вот номер 3 размер. Как я его использую, этот мячик? Давайте начнем что-то делать. Но я покажу. Мячик я этот использую для того, чтобы
массировать брюшную полость. Вот очень рекомендую. Вот таким образом, расслабляя. Вот смотрите, я полностью его животом обхватил. Вот он у меня в брюшную полость ушел. И можно движение вправо-влево и по часовой стрелке. Вот прямо. Пока там нет еды, очень-очень рекомендую. Ну, буду потихонечку знакомиться со своими с теми вспомогательными средствами, тренажерами, которые я использую. Давайте встаем. Начнем ножки вместе с осознавания. Продолжим осознавание тела. Вот я чуть-чуть на мячике полежал, у меня улучшилось кровоснабжение. Прямо чувствую, как там все двигается. Вот купите себе такой мячик. Это для гандбола или для чего-то такого. Хорошо. Выстраиваем позицию. Давайте я вот так поближе встану. Выстраиваем позицию. Плечики, вот обратите внимание, в стороны смотрят, ладошки не спереди, а с боков. Смотрим. Выстраиваем линию голова, грудная клетка, таз в линию. То есть ни вот это, ни вот это линия. И эту линию мы начинаем как бы вытягивать через дыхание. Давайте дыхание уджайи. На животе ладошку положили, вдох. Животом выдох. Вдох. Живот, выдох. Вдох. Выдох. Ребрышки нижние. Вдох. Выдох. Вот, у меня от такого дыхания даже в грудном отделе прохрустнули позвонки. Вдох. То есть надо расширяться вверх, в стороны. Выдох. И еще вдох. Выдох. Область ключиц. Вторая рука на животе. Ключицы поднимаем. Вдох. Дыхание верхним отделом. Выдох. Вдох. Вот видно, включилась шея. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь вдох разбиваем на три части. Живот, ребра, ключицы. Нижняя, средняя и верхняя полусферы. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Осознавание эмоций может состоять в том, что мы можем культивировать. Сначала осознавать, вдох, что мы сейчас, какую эмоцию проживаем, и культивировать их, то есть взращивать. Например, сейчас обратите внимание, насколько это приятно. И эмоция радости будет хорошим дополнением практики. Руки через сторону, горловая щель уджайи, дыхание, звук О на вдохе. На носочках поднялись. А на выдохе. Эмоции радости, питти, на пали, на языке пали, это питти. Один из факторов просветления, представляете, радость. Не испытывая радости, по мнению Будды, просветлеть, пробудиться будет сложновато. Невозможно. Хорошо. Теперь в мягкий прогиб идем. Вдох. Выдох.
вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед и в стороны, вдох. Ладошки кверху, лопатки друг к другу. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, продолжаем мягко дышать. Пускаем голову вниз. И покачиваем головой внизу, вправо-влево. Давайте я ближе сяду, вправо-влево. И потом до бокового утяжения. То есть бок отклоняем в сторону, вниз. Другую сторону. Вниз. Теперь полный оборот делаем. Раз. Наблюдаем за ощущениями в шейном отделе. Два. Три. Другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо, почувствуйте. Что поменялось? Теперь повороты. Вдох, выдох, 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 вдох, выдох. Хорошо. Теперь совмещаем вот эти движения. Вправо-влево, с поворотами. Каким образом? Правое ухо вверх, повернули вверх голову. Левое ухо вверх, повернули вверх. И так меняем голову, меняем повороты головы. Ровненько справа налево. Хорошо, теперь меняем направление. Давайте еще раз. Отвели голову, посмотрели вниз. Посмотрели вниз. И так двигаемся. Хорошо. Двигаемся. Чувствуем. Хорошо. Почувствуйте, что меняется вот в голове в связи с тем, что мы улучшаем состояние шейного отдела. Вот. И теперь покиваем. Раз, два. Вернее, ныряем вот так вперед, потом отводим назад. Вперед, отводим назад. Кошка лижет шерстку. Котто вьяяма. Кошачья вьяяма. Левое плечо. Угу. Шесть. Правое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Перекиваем вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левое плечо. Раз, два,
три, четыре, пять, шесть. Правое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Ручки вытягиваем. И начинаем сжимать, разжимать руки. Сжимать, разжимать полностью. Полностью сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем. Угу. Сжимаем, разжимаем. Стороны руки. Сжимаем, разжимаем. Хорошо. Большие пальцы внутрь. Покрутили кулачками. Крутим кулачками в стороны. В одну сторону, в другую сторону. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Натянули, сделали вдох. Выдох. Указательный палец вверх. Вдох. Выдох. Второй палец вверх. Вдох. Выдох. Третий палец вверх. Вдох. Выдох. Четвертый палец вверх. Вдох. Выдох. Пятый палец вверх. Вдох. Выдох. Покрутили кистями с вытянутыми пальцами в одну сторону, в другую сторону. Расслабили кисти. Раскручиваем руки в локтях. В одну сторону, в другую сторону. Угу. Хорошо. Опустили. Почувствовали изменения. Угу. Хорошо. Теперь плечики назад. Раз. Вместе со всем позвоночником. Два. Волной запускаем. Три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По очереди. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Теперь одновременно. Правое плечо вперед, левое назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Руки на крылья таза. И начинаем. Три круговые движения. Четыре. Чувствуем, что так происходит. Можно руками потрогать. Есть ли там какая-то жесткость? Делаем ли мы это за счет поясницы или за счет тазобедренных? Да, вот я видео на канале помещал. Прям потрогать эти мышцы. В другую сторону. Если в тазобедренных жестко все, поясничка будет перегружаться. И в конечном итоге мы будем не понимать, от чего она болит. Вроде мы гимнастику все делаем, а мобильность тазобедренных суставов самого таза нарушена. То есть, чем больше сидим, вот сколько мы сидим, сколько мы в каких-то неподвижных позах находимся, вот столько же надо и двигаться. Прямо, ну, по-другому никак. Правая ножка. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вторая нога. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, встряхнули ноги. Постучали по ягодице. Хорошенько. Хорошенько. Учимся сокращать мышцы. У нас передние мышцы здесь растягиваются. Задние. Задние. Бицепсы бедра резко сокращаются. Ох. Прямо. Настучал хорошо. Так, стопы. Сегодня такая гимнастика сукшма-вьяяма. Как основа у нас будет. Ну, мы вот уже почти все размяли. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх. Обязательно. Здесь мы что качаем? Ну, понятно, сами стопы, там мышцы, связки, сухожилия. Икроножные мышцы. Икроножные мышцы – это наш насос венозной крови. Венозного. То есть мы улучшаем венозный приток. Можно прямо выпрыгивать. Всякий раз, когда мы ходим, мы качаем кровь снизу. Сердце качает из центра в периферию, а из периферии, ну, у нас мы прямоходящие, поэтому тяжелее всего кровь поднять с ног, снизу. Поэтому вот это... Икроножная мышца у нас второе сердце. Так, внешние, внутренние. Внешние, внутренние стопы. Для стоп у меня тоже есть маленькие мячики. Я буду на занятиях показывать. Вот, кто опоздал, можно большой мячик также использовать. Как массажер для стопы. Теперь отходим назад и растопыривая пальцы, хорошенько растопыривая пальцы, проносим пятку вперед, проносим вперед и стучим пяткой в пол. Стучим, стучим, создаем вибрацию по всему телу. Вот надо научиться вот так проходить коврик. И стучим. Давайте с дыханием делаем вдох. Не дышим. Выдох. Не дышим. Вдох. Не дышим. Выдох. Не дышим. Отпустили все. Руки через стороны, я вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Встаем в начало коврика. Ну, такая сегодня достаточно традиционная техника. Вдох. Приветствуем солнце. Выдох. У меня так получается, что в комнате можно положить коврик. Ну, или так. Ну, вот, чтобы в экран влезало.
А вот там прямо солнце. Только у меня в окно не видно. Но я знаю, что там солнце. То есть я где-то на восток. Тоже попробуйте примерно по возможности вспомните, где у вас восток. Руки через сторону вверх. Вдох. Погиб, выдох, наклон. Снова снимаем, поднимаемся вверх, вдох. Давайте каждый выдох, втягивание живота. Вот без наклона, выдох, без наклона сначала. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пока футболку уберу, чтобы было наглядно видно. Вдох. Выдох. Теперь в наклоне, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь смотрим вперед, вдох. Смотрим назад, выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Нижняя планка. Отшагнули двумя ногами. Тянули живот. Вдох. Собака головой вверх. Выдох, планку. Тянули живот. Вдох. На носочках, на подъемах, на пальчиках вытянулись. Выдох, на пальчики встали. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох через нижнюю планку. Собака головой вниз. Тянули живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Три вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Смотрим вперед, подшагиваем двумя ногами. Вдох. Выдох, наклон. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Согнули ножки. Вдох. Уткатасана. Стульчик. Выдох. Тянули. Посмотрели вперед. Да?
Планка, выдох, тянули живот, собака головой вверх, оп. Собака головой вниз, выдох, тянули живот, левая нога вверх, вдох, выдох, тянули. Согнули колено, подняли колено выше, вдох. Стопа сзади висит, выдох. Хорошо, еще свесили стопу сзади, вдох. Натянули левый бок. Голова вниз, выдох. Хорошо. Поднимаем левую руку. И встаем на носочек сзади. Левой ноги и прогибаемся, вдох. Садимся, выдох. Прогибаемся, вдох. Садимся, выдох. Прогибаемся, вдох. Хорошо. Возвращаемся. Выдох. Ножка вверх, вдох. Собака. Шаг вперед. Широкий шаг. Выдох. Руки через стороны вверх, вдох. Сзади нога прямая. Выдох. Вдох. Развернулись. Выдох. Сзади пятка в пол. Потянулись левой рукой. И опускаем левую ручку вниз, правый вверх. Вдох. Выдох. Рука над головой. Вдох. Выдох. Хорошо. Поворачиваемся к левому колену. Ладошка на ладошку. Вдох. Выдох. Дышим животом. После выдоха втягивание живота. Вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. Вдох. Отшагиваем. Выдох. Планку. Тянули живот. Собака головой вверх. Собака головой вниз. Тянули. Правая нога вверх. Вдох. Выдох. Развернули таз выше, колено согнули. Вдох. Выдох. Еще начинаем провисать. Правый бок вытягивается. Вдох. Выдох. Тянули живот. Правую ручку отрываем, встаем на носочек, вдох, прогнулись, таз вниз, выдох, левая нога прямая, правая согнута, вдох, прогнулись, выдох, вдох. Выдох. Возвращаемся. Собака головой вниз. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Поднимаемся вверх. Вдох. Выдох. Левую пяточку в пол. Разворачиваемся, вдох, выдох, опускаемся вниз, или рука может быть вот здесь оставаться, или внизу, вдох, выдох, вдох,
Отлично, выдох. Разворачиваемся. Скрученный вариант. Паривритта Паршваконасана. Вдох. Дышим животом. Выдох. Каждый выдох пробуем втянуть. Вдох. Удьяна Банху. Выдох. Вдох. Хорошо, опускаемся в планку. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Хорошо, планка, вдох. Выдох. На правой руке. Вытянулись, вдох. Опустились. Выдох. Здесь вдох. Вытягиваем правый бок, выдох. Поднимаемся, вдох. Вытягиваем левый бок. Выдох. Поменяли. Правый бок, вдох. Вверху. Выдох. Опускаемся вниз. Вдох. Натянули левый бок. Выдох. Вдох. Выдох. Таз вверх. Вдох. Выдох. Планка, вдох. Опускаем 8 точек по колени. Грудная клетка, подбородок. Дышим, вдох. Выдох. Приподнимаем голову, лоб в пол. Вдох. Выдох. Если это получилось, тогда руки вытягиваем вперед. Пальчиками в пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладони в пол. Живот. Вниз. Ножки вытянули. Ребрышками. Вытягиваемся вперед. Локти вперед. Вдох. Выдох, ребра поставили. Руки справа, слева, вдох. Выдох. Ноги вверх, руки вверх. Вдох. Руки вперед. Выдох. Руки в стороны, назад. Вдох. Выдох, согнули ножки. Потянулись вверх. Вдох. Голова вниз. Колени вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Отпустили. Отжались планку. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Хорошо. Теперь нужно справа и слева от ладошек поставить. Или давайте за ладошками поставить обе стопы. Вдох. Выпрямили ножки. Выдох. Согнули. Вдох, выпрямили. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Втянули живот. Живот втягиваем. Вдох. Ладошки вместе.
Выдох. Тем более. Вдох. Выдох. Хорошо, если от практики появляется такая испарина, такой разогрев, это хорошо. Потом контрастный душ обязательно. Хорошо. Контрастный душ. Так, и мне сегодня хочется сделать варианты шпагатов. Давайте поднимаемся вверх, вдох. И встаем в удобную позу, в пирамиду, выдох. Пирамида самый широкий вариант, который возможен для вас сегодня. Вниз, вдох. Выдох. Если голова не достает локти или ладони под плечами, локтями назад. Хорошо. Теперь потянулись вперед. Вперед потянулись, прогнулись, вдох. Посмотрели вперед. Выдох, провисли. Тянули живот. Представьте, что кто-то за копчик тянет назад, а за макушку вперед. Хорошо. Разворачиваемся к правой ноге. Колено заднее в пол. И в этом положении вдох. Выдох. Пробуем, свой вариант, который получается. Свой вариант. Вдох. Выдох. Можно опуститься вперед на локти, вдох. Или оставаться там наверху, выдох. Справа, слева руки, вдох. Макушка вверх, выдох. Подтягиваем. Так, как нам выйти? Ножку чуть-чуть на себя. Сгибаем. Разворачиваемся. В другую сторону. Раз. Дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Можно внутрь локтя положить, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выпрямляемся. Вдох. Выдох. Хорошо, поднимаемся. Вдох. Выдох. Очень аккуратно двигаемся. И разворачиваемся в начало коврика. Ножку вперед. То есть чемоданасана. Стопы вместе, носочки на себя, руки через стороны вверх. Вдох. И опускаем. Сразу, видите, я присогнул ножки. Опускаем на бедра. Живот, ребра. Опускаемся полностью. Вот. Призгибаем при этом ноги. Ну, по возможности они потом выпрямляются, но поначалу сгибаем. Расслабляемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Давайте втягивание живота. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох.
Тянули живот. Поднимаемся. И сейчас по одному-два дыхания на удержание в позе. В конце ложимся. Первое. Стол. Поза стола. Таз вверх. Стопы параллельно, ладошки параллельно. Вдох. Раскрылись. Выдох. Вдох. Уголок. Таз между ладошек. Выдох. Вдох. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз к пяткам. Плечевое вытягивание. Выдох. И пошли спиной назад. Плечи не дают, чувствуем, да, и находим позицию, где можно приятно. Помним, да, эмоцию, какую нам надо вытащить. И акцентироваться на ней. Эмоцию радости, ну, в данном случае от телесных ощущений. От того, что у нас тело раскрывается, тело двигается, тело живет, тело дышит, тело может. Хорошо, и можно себя похвалить, что вот мы молодцы, на коврик сели сегодня, встали. Аскеза. Вместо того, чтобы пить кофе, смотреть кино или там что-то делать, или спать, смотреть сны, что тоже неплохо, ну совсем неплохо, да, хорошо. Но ранний подъем, он прекрасен. Садимся на копчик, ножки вперед, ручки вперед, вдох, выдох. Нижняя планка, нижняя лодочка, поясница на полу, поясница на полу. Еще раз вдох, выдох, ножки вниз, руки вверх, вдох. Потянулись, выдох. Ладошки под таз, ноги, ширина таза, на локтях приподнялись, вытянулись и на выдохе легли. Ладони в потолок смотрят. И осознаем тело. Наблюдаем, замечаем все приятности, которые в теле происходят. Расслабляемся. С каждым выдохом добавляем по чуть-чуть расслабления. Давайте начнем с лица. Глаза расслабьте. Глаза, брови, веки, всю область вокруг глаз. Глаза не двигаются, переносится, нос. Чувствуем лоб, расправляем лоб, виски, скулы, щеки, губы, язык, нижнюю челюсть. Места крепления челюсти. Все лицо. Почувствуйте все лицо. Хорошо, волосистую часть головы, затылок, шея, плечи. Руки, кончики пальцев, сердцевины ладони. Почувствуйте там энергию, ощущения, ощущение рук, расслабленные руки,
область лопаток, верх спины, серединка спины, область почек. Вот по... сделайте вдох-выдох в область почек, надпочечников. Важная зона. Поясница, крестец, ягодицы, промежность, пах, таз, по передней части, по верху идем в лицо, голо, область ключиц, грудь, ребра, солнечное сплетение, вся брюшная полость, движение стенки живота, ребер, дыхание. Дыхание чувствуем. Дыхание носовых проходов в горле, в ребрах, живот, в животе. Таз, промежность, бедра. Тазобедренные суставы, бедра, колени, икры, голени, стопы, сердцевины стоп, сердцевины ладони, пупок, язык, глаза, макушка, все тело целиком. Вот чувствуем все тело целиком. Если почувствуете что-то плотное, что-то инородное, что-то темное, какую-то ненужную эмоцию, напряжение, попробуйте это выдохнуть. Вытаскиваем из себя, выдыхаем. Что мешает расслабиться, что мешает легкости? Что мешает такой пустотности, пустоту, чтобы пусто было внутри. Выдыхаем это. Давайте в точке опоры выдыхаем. На вдохе принимаем белые сияние во все клеточки кожи, как такие лучики. Наполняемся, праническое дыхание, наполняем себя чистой, свежей, сияющей энергией. И представляем, как в этих лучах растворяется негативная энергия, старая энергия. Мы выдыхаем остатки вниз, в землю. Представьте, что лежим на земле и отдаем это все земле, растения и различные микроорганизмы это примут и переработают. Отдаем земле. Принимаем свет. Вдох. Лучики из всех, со всех сторон, лучики света в тело проникают, растворяют напряжение, старую энергию, и остатки мы выдыхаем. Все, что не нужно, выдыхаем. Хорошо, сделаем глубокий вдох. Длинный выдох. Вдох как вздох. Выдох. И еще вдох. Выдох.
шевелим пальчиками на руках, на ногах, вытягиваемся, ножки вместе, руки вверх потянули, голову за руками, руки вперед, голову за руками. Или другим доступным способом садимся. На этом мы будем прощаться, заканчивать. 30 секунд осознавания себя. Вот уже в новом статусе мы поменяли энергетический, эмоциональный, психический и прочий статус. Тело заработало в другом режиме, почувствуйте это. Добавьте вот, эмоции радости сопровождаются обычной улыбкой. Но это не обязательно ржать, прямо ходить. Вот, это вот, улыбка Будды. Внутренняя улыбка, мы можем ее поместить в любую часть тела. И встретить день, встретить своих родных, родственников, друзей, сослуживцев и так далее в хорошем своем состоянии. Вот. Представьте свой день, представьте свои встречи, представьте свои дела, наполните их светом, легкостью и радостью. Вот. Давайте пожелаем счастья всем живым существам, всем живым чувствующим существам избавления от страданий. Спасибо. Да, ручки. Спасибо, Татьяна, Борис и все, кто в записи. Всем хорошего дня. В понедельник, в пятницу встреча.